Что, Аня, ты на вершине? Маши так. Привет, привет. Небо уже немножко, тучки разошлись. Даже не тучки, а облачко. Уже выглядывает солнышко, такая погода чудесная. 16 января. Супер. Аня, пошли. Ну что, пора идти? Пора идти. Папочка, достань мне бутылочку пива. Ой, я не откажусь. Андрюха расстроился. Ой, ты господи. Дайте. Пьем. Миллер. Где Аня? Аня! Опа! Полетели. Полетели. Опа. Ой, как здорово. А выше можешь? Круто здесь как? Да, круто. Круто? Я научилась тут недавно. А? Тут тяжело было лазить. Да? Ну, поехали. Вот она, шпана такая, как горошистая. Шпана в горошек. Что? А можно я вам поеду? Съезди. Андрюш, ты куда поехал? Тут их 4, пап. Ты куда поехал? Тут 4. Бибика, да? Бибика, поехали, давай. Рули. Как ты ездишь, покажи. Как ты? Вот так, да. Поехали. Как же он там устроен, скажи, что ж такое-то? Непонятно. Ну, папа по-другому, да, Андрей? Да. Поехали, кататься, давай. Бумс. Ты его отпускай, он сам будет. Только в конце, чтобы он не упал это лицом в песок. Ну, один раз у меня улетел. Куда пошел? Иди сюда, Андрей. Андрюша, там баба. Высокая горка. А еще? Андрей. Андрюша. Это классная, пап. Она очень маленькая. Ну, Да.
Ага, пойду я вам скажу. Ну-ка, вставай быстро. Так, хватит. Поехали. Пусть играют. Чего? Поехали, что? Время, Таня, что? Возьми. Андрей, возьми ребенка. Андрей, живи сюда. Получил уж, наверное, бонус. Андрюшка! Что? Скажи, папа, иди сюда. Папа. Тут без папы пока не найдешься, да? Опа! Молодец! А еще раз. Че, сам? Все, молодец.